А мне безразличны деньги. Меня заботит будущее. Твое и Маттео. И если Лусио так с нами поступит, это отразится на вас. А вы самые главные в моей жизни, Елена. Вы смысл моего существования, дорогая. Единственный смысл. Я тебе помогу. Нет, никто мне не поможет, брат. Никто. Я не могу уже спастись. Не могу. Я отвезу тебя в полицию. Иди сюда. Иди. Я не могу жить без этих мест. Я люблю этот лес. Рамон, он помогал мне оставаться живым. Рамон, и этот лес поможет мне умереть. Рамон! Рамон! Она здесь? Скорее, сюда. Морена! Морена! Что тебе сделал этот тип? Морена! Теперь видите? Она жива? Морена! Никто не знает, где сейчас Яго. Девушка говорит, что когда она пришла, он с кем-то ссорился. Это был Рамон. Наверняка они говорили о его тайне. Какой тайне? Да так, это наше внутреннее дело. Они даже сцепились. Девушка говорит, что Рамон был как безумный и угрожал ей ножом. Рамон, ножом? Тебе об этом что-то известно, Гордель? Нет, я уверен, что девушка лжет. Он не мог ей угрожать. Я не думаю, что она лжет. Девушка говорит, что Яго обвинил Рамона в убийстве французов. Это безумие. Мне уже ничего не кажется безумием, Гордель. Но если все так, как говорит эта девушка, Яго должна быть совершенно разбит. Бедняга. Ты знаешь, где он может быть? Знаешь или нет? Мне ты можешь сказать? Мне только известно, что когда Яго плохо, он наведывается... Куда? Агире, в чем дело? Мы нашли Рамона. Идем, я хочу с ним поговорить. Его нашли мертвым в реке. Ты божественна, прекрасна, неотразима. Любимый, спасибо. Спасибо. Ты ушел и не сказал, куда? Хотел сделать тебе сюрприз. Сюрприз? Да. Вот он. Что это? Я сегодня был в мэрии. Нам назначили дату свадьбы. Тебе она подходит? А еще мы должны вместе сходить в церковь. В церковь? Да, на специальную беседу. Ведь мы будем венчаться... У тебя должно быть самое красивое платье, белоснежное, такое же безупречное, как ты. Знаешь, о чем я мечтаю? Я мечтаю о том, что когда мои близкие с тобой познакомятся, они полюбят тебя так же, как и я. И еще я мечтаю, чтобы Альдо повел себя как настоящий брат и согласился стать посаженным отцом на свадьбе. Яго! 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 Тебя ищет полиция. Что происходит? Знаю, что ты мне больше не доверяешь.
Но говорят, что Рамона нашли мертвым в реке, и что это он виновен в смерти тех французов. Скажи мне, что это неправда. Скажи мне, сынок. Это правда. Как и то, что я тебе не сын. Пойдем, Морена. Нет. Я не улетела по твоей вине, а ты даже не отдал мне фотографию. Послушай внимательно. Я больше никогда не хочу тебя видеть. Никогда. Пошли. Пошли. Яго. Нам надо о многом поговорить, Агире. Дорогой, ты куда? В банк, красавица. Я должен заботиться о наших интересах, ведь теперь они у нас общие. Хотя я знаю, что деньги тебя не волнуют. Пока. Пока, любимый. До встречи. Оля. Здравствуй, любимая. Я хочу тебя видеть. Завтра, когда мы вернемся в Буэнос-Айрес, ты обо всем забудешь, Морена. Конечно, я приехала сюда, чтобы забыть Томаса и познакомилась с Тарзаном. Но с ним у тебя ничего не было, вас ничто не объединяет. Так что ты легко о нем позабудешь. Открой дверь. Я в таком виде должна открывать. Да? Добрый вечер. Это для синьориты Морены. Спасибо. До свидания. Тебе. Что это? Фотография. Он ее разорвал. Да, но здесь бабушка с дедушкой. Этот тип сумасшедший. А что он сделал с другой частью фотографии? Помогите мне. Не бросайте меня. Вам известно, что мне не жить без Яго. И если он меня не простит, я совсем пропаду. Маэстро, если он меня бросит, я пропаду. Вы же знаете. Вы знаете, маэстро. Я пропаду. Вы знаете.
умерла, так испугалась. Надо же. Ты сказала ему или нет? Сказала или нет?